У всех животных различные повреждения на теле. Колотые раны, стертые плавники, глубокие порезы. Тело одного из дельфинов обнаружили с отрезанным хвостом. Все шесть животных – краснокнижные азовки, дельфины, обитающие в прибрежных водах Черноморского побережья. По версии сотрудников Центра спасения дельфинов «Дельфа», гибель произошла из-за попадания в рыболовные сети. Чтобы не портить орудие лова, рыбаки часто отрезают застрявшие части тела погибшего дельфина. Сотрудники Центра спасения дельфинов просят сочинцев и гостей курорта в случае обнаружения погибшего или пострадавшего дельфина сообщать информацию по телефону горячей линии. Номер на ваших экранах.